Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Ну что, друзья, данное видео сегодня будет о том, стоит ли прятать замок в середину города или нет. Ну и, конечно, проверим гоблинов на 18, на 17, вернее, уровне, как они работают. Я уже поставил на еще один заключительный уровень, но замок я поднимать не буду. Так что остановлюсь на 18 уровне. Замок не буду. Заодно и проверим, как они работают сейчас. Ну, а пока давайте поговорим, стоит ли все-таки прятать замок или не стоит. С самого начала пошел ажиотаж, все начали прятать замок. Все думали, что будет много ресурсов красть, если замок у вас будет за забором. Но это, друзья, все ошибочно. Если даже вы соберете полное там хранилище хлебушка, максимум, что они могут вынести, это от 600 тысяч хлеба. Больше ничего они не смогут вынести. Но это, друзья, в том случае могут больше вынести, если они еще заберут здесь с хранилищ. Ну и приплюсовывается от 600 тысяч замка. Так что, друзья, мое мнение, что можете спокойненько его выносить. Это вот то, что они придумали, это новое обновление, это полная ерунда. Это сейчас сделали для тех, кто с самого начала воспользовался таким моментом и пошел в турнир в личный. То есть за рубины. Они сейчас успели набрать боевой дух благодаря нам. Я сейчас боевой дух скинул до 863, но у меня было, конечно, и до 400. Я его подымал и проверял, где есть золото. Или есть она вообще. Золота на арене нету. Многие пишут, что нужно пройти по местям и посмотреть, может быть, у кого есть там маленький город, и на них должны быть. Друзья, это тоже ошибочный вариант. Не забывайте, здесь зависит от замка. Если у вас замок уже практически на пределе, золота у вас не будет. И как оно может быть, если у нас в шахтах сейчас... Давайте посмотрим. Обратите внимание, золото у нас также и осталось. Если как раньше у нас было тут по 1,5 миллиона примерно, то другое дело, и как-то она накапливалась, а сейчас она не накапливается практически. Вот у меня тут накапливается, я даже его уже и не собираю. Есть так по 90 тысяч. Я не вижу смысла его вообще там собирать или копить. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас тут по местям. Давайте проверим ту информацию, что мне подписчик прислал. То есть посмотреть, если есть на... Вот 77-й, есть 75-й уровень, вот даже есть 74-й и 72-й. И вот 69-й. Но здесь мы не сможем проверить, что это, друзья, все ошибочное. Не может быть больше ресурсов по одной причине, что в шахтах они не добавили производительность. Ну давайте проверим. Так, снимаем защиту. Ну и вот обратите внимание, сколько у него золота. Вообще ничего нет. Так, пропускаем. Давайте посмотрим 75-й еще один. Я эти мести, честно говоря, держу для того, чтобы сбрасывать боевой дух. Либо я набрал вот таких воинов, я их скидываю здесь. Я для того такие мести и держу. Я на них не нападаю. Мне здесь нет смысла нападать. Так что так, вот видите. Нету ничего. Давайте еще один 75 проверим. Ну вот, как видите. Может быть, на мелких городах, то есть там 15-й, ну не знаю, 14-й замок, может быть, там золото есть. Но, друзья, не забывайте, что это все зависит от шахт. Раньше как? Мы могли напасть вот сюда на шахты и спокойненько утащить отсюда миллион. Сейчас такого не происходит. Народ быстренько старается собрать их.
А чтобы там поднялись до 700 тысяч, это нужно не один день просидеть. Ну, если человек заходит, он все равно собирает их. Так что по шахтам сейчас нет смысла атаковать. Если вы хотите атаковать, вы атакуете уже по самим хранилищам, то есть по казне. Так, этот миф у нас развеян. Давайте мы сейчас зайдем в битву. Надо будет поставить. Многие тоже спрашивают, чем я атакую сейчас в битве братств. Как видите, я нанимаю только слонов. Нанял слонов. Сохранил. И другими армиями. Не знаю, я хочу попробовать, конечно. Ну, как я и говорил, 4 энта и 2 слона. Но тоже пока я не вижу смысла. Такой армии 4 энта и 2 слона, это вы можете проходить просто по арене, там пробивать на 100%, если кому нужно боевой дух. А у нас, как знаете, попадается в битве серьезный такой противник. Так что мое мнение, что лучше нанимать слонов. Кого позволяет, конечно, штаб. Мне позволяет ровно 300 сейчас. Так что 15 слонов мне, в принципе, нормально. И если вы смотрели предыдущий ролик, я показывал там один бой. Забор был у него вот такой же, как и у меня, 16 уровень. Слоны без героев даже проходят. Так что с героями можно будет попробовать. Даже если город более серьезно прокачанный, я думаю, что вы сможете спокойненько взять, ну, на 2 звезды бы спокойненько можно, можете пробить. Так, давайте я уже завершу и проверим гоблин. Так, и ставим мы сюда 5. Сейчас, на данный момент, вот такая армия у меня есть. 5 новых заклинаний и 15 слонов. Другую армию я пока не буду. Я буду сейчас стараться улучшить слонов. Сейчас я на арену практически вообще не выхожу, потому что у меня сейчас идет на исследование слоны и гоблины. Вот 4 дня. Я на арену не хожу, потому что 4 дня собирать тот же самый хлеб не вижу смысла. Ну и гоблины еще не дошли. Так что я вообще не воюю, ничего не делаю. Хожу только в бастион и больше ничего. Золота нет, строить мы ничего не можем. Ну а ходить, собирать эти крохи и улучшать забор, я немножко улучшаю. И то так. Один заборчик в 2 дня, может быть, и поставлю. Короче говоря, игра загнулась. И никто ничего не строит. Не знаю, что разработчики думают. Смысл. Никто ничего не тратит. Игра просто тупо простаивает. Ходим в битвы. В бастион мы тоже уже забили. Тоже не вижу смысла в этих камнях, если спокойненько можно. Вот такой город у меня спокойненько пробивает тоже 15 слонов и с героями. Если кто хочет, там еще может дополнительные заклинания закинуть и спокойненько на 100 выносит. Тогда же я не вижу смысла и забор прокачивать. А насчет стройки я вообще молчу. Что это? Когда у меня такое было, что у меня было вот 1 000 000 золота. Так, что-то меня просили еще показать вам. Ну не знаю, по поводу этих реликтов артефактов, друзья. Ну я кручу иногда, если не забываю. Ну и как я говорю, что они тоже практически ничего не помогут вам. Если они у вас прокачаны на предел, ну тогда еще может быть канает. А так, эти ресурсы, ну не знаю, друзья, качай, не качай, смысла никакого нету. Если ресурсов нету, так вам и качать не надо. А по поводу тратить и не тратить, друзья, ну не знаю, может кто-то ради прикола хочет, чтобы вам попался подарок, декор. Да этих декоров у меня тоже куча, и толку с них никакого, если пробивают. Так, ну что, давайте мы проверим, как все-таки гоблины работают у нас на 17 уровне. Ага. Да, друзья, я забыл. Я же сейчас поставил 15 слонов, так что я вам атаку не смогу показать. Давайте я их скину.
Так что так вот, друзья, я сейчас на данный момент не вижу смысла замок держать в середине города. Но многие сейчас хотят поднять боевой дух, потому что там же есть как бы задание взять 2000 боевого духа и получить рубинов. Не помню, сколько там рубинов давали. Вот видите, я вот так спокойненько сейчас вот такую армию, я ее скидываю. Она не нужна мне. Если, конечно, там есть слоны у меня, и мне в подарок пришли такие воины, я тогда его сохраняю. А так, друзья, я не вижу смысла. Так. 2 и 2 сюда. Я сегодня на арену ходить не буду. Так что я смело могу поставить 300 гоблин. Так что так вот, друзья. И даже не вижу смысла и обеликсы прокачивать. Ну, по поводу атаки, это все дорого. Вот у меня даже 8-я башня огня. Я ничего не улучшал. Я бы с удовольствием начал бы все строить. Но, увы. И пирамида — это тоже полная ерунда. Хоть я и на нее и камушки поставил, какую более-менее атаку поставил, то же самое, друзья. Не вижу я смысла в ней. Раньше нападали, сейчас практически никто и не нападает. Если нападает, вот смотрите, одна звезда, потому что замок. И обратите внимание, сколько он выносит. Мелочь. Так что я не вижу смысла его выставлять, там прятать. Если вы будете прятать его, на вас тем более будут нападать. Если у вас боевой дух поднимается, значит атака 100% будет у вас. А так, видите, никто ничего не нападает. По одной звезде. У меня там есть, сейчас дойдем, видите, одна звезда, одна звезда. Ну давайте посмотрим еще какую-нибудь. Ну вот, не выносят ничего они практически. Ничего. Не могу понять, зачем они вообще сбивают замок, если ничего не дают. Я с самого начала держал. Вот максимально 9000 песка вынес. С самого начала я как-то прятал это все, поднимал боевой дух. И вот когда я поднимал боевой дух, у меня было где-то 1600-1700. Видите, как вы больше поднимаете боевой дух, вас стараются пробить на 2 звезды. Я тогда еще собирал золото, и я понял, что этого не нужно делать. Вот, смотрите, и хлеба забирает. Сейчас я скинул боевой дух вот на такое, и меня уже никто не трогает. Так что так, вот видите. Так что боевой дух я не вижу смысла держать. Где раньше такого было видано, что вы за 16 тысяч песка вот такую делали атаку на 100%? И обратите внимание, у нее 84 уровень. Я как-нибудь, наверное, на нее тоже нападу. Это все ерунда, что она тут VIP, не VIP. 5 заклинаний сбивая в 4 стороны хотя бы. И спокойненько. Ну не знаю, они, наверное, идут в турнир. Ходячие трупы. Придумали же они себе. Наверное, многие сейчас идут просто именно за рубинами. Русиан Старк сейчас лидирует, но не знаю, для чего эти рубины сейчас нужны, если ничего строить нельзя. Так что так вот, друзья. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока, друзья!